Камчатские горнолыжники выступят на Олимпийских играх. Юлия Плешкова и Иван Кузнецов поедут на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля в составе сборной команды России по горнолыжному спорту. Спортсмены уже много лет выступают в составе сборной на крупных соревнованиях и показывают хорошие результаты. Российский горнолыжный спорт на Олимпиаде будет представлять 5 спортсменов. Из них 2 человека – это представители Камчатского края. Участие в Олимпийских играх – это вершина, наверное, спортивной деятельности, спортивной карьеры каждого спортсмена. Это то, к чему стремится любой спортсмен. То есть плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, да, плох тот спортсмен, который не мечтает попасть на Олимпийские игры. Это бывает, шанс такой дается очень немногим. Горнолыжный спорт – один из наиболее популярных видов спорта на Камчатке. Напомним, 22 и 23 марта впервые на полуострове пройдут международные соревнования «Forest Cup» – Кубок Дальнего Востока. В состязаниях примут участие спортсмены не только из России, но и Японии, Южной Кореи и других стран. Информационное агентство «Камчатка».